Чего только не увидишь на рынке. И все, конечно же, самого высокого качества. Ну, а если сомневаетесь, отправляйтесь в государственный магазин. Выбор, понятно, не тот, зато обмануть не должны. Товар тут солидный, на каждой этикетке ГОСТ, сорт, цена. Словом, полная гарантия. Берешь, ну, скажем, вот этот борщ, и можешь спокойно готовить обед. Что, есть сомнения? Тогда обратимся к директору Ряжского консервного завода, товарищу Толмачеву. Мы гарантируем качество нашей продукции. Наша продукция пользуется широким спросом у населения и соответствует всем ГОСТам и стандартам. Слышите, все точно по нормам. А вам по-прежнему кажется, что в борще чего-то не хватает? Может ли такое быть? Иногда приходится в связи с неурожаем какого-нибудь сырья, тогда приходится заменять его или полностью, или на 50%. Интересно. Значит, борщ можно делать без свеклы, а картофельный суп без картошки? Но это же просто обман покупателя. Да нет, он не чувствует. Еще как чувствует. Как же нам, потребителям, уберечь и свой кошелек, и свое здоровье? Необходимо самым скорейшим образом принять закон о защите прав потребителя, который бы позволял любому потребителю предъявить иск, судебный иск к любому производителю. Только тогда мы сможем чувствовать себя защищенными. Потому что в настоящее время при отсутствии вот такого закона о защите прав потребителя, производитель с потребителем может делать все, что угодно.